Человечество разбудило зверя. Социальные сети становятся все более грозным оружием психологической войны. Из средства доставки снарядов они превращаются в полководцев. Впервые за один день на Facebook зашло 500 миллионов человек. 500 миллионов человек! На сайте Facebook интернет-бойню ведут экстремисты-миротворцы. Крупнейшая в мире социальная сеть предоставила им неограниченные возможности. Но это же неправильно. Это же правильно. Но это же идет разрез даже, с правоохранительными какими-то органами. Правоохранительные органы с нами очень плотно сотрудничают. В списках чистилища миротворца десятки тысяч неугодных. О каждом собраны и опубликованы подробнейшие персональные данные. Документы меня и моих детей, в том числе паспорта, свидетельство о рождении. То есть все данные, которые носят личностную, защищенную законом о персональных данных информацию. Проверяем абсолютно всех лиц по миротворцу и по нашей внутренней базе. Эти все ненацистские банды, хозяева которых и создают эти сайты миротворец, да, они являются опорой режима. Как соцсети становятся инструментом в руках политических террористов? Можно ли их остановить? И кто контролирует украинский сегмент Фейсбука? Неделю назад программа «Специальный репортаж» начала расследование очень странной политики Facebook. Популярная сеть, вопреки своим правилам, не реагирует на оскорбления, угрозы жизни и преследования со стороны украинских экстремистов на своем ресурсе. Они и раньше поддерживали всегда, когда фашистские какие-то появляются картинки или нацистские призывы, они их не блокируют. Они совершенно спокойно дают возможность этим людям работать. Опция блокировки пользователя, которая до сегодняшнего дня являлась частью идеи социальной сети, для волонтеров-миротворца отключена. Модераторы Фейсбука игнорируют жалобы с просьбой остановить поток угроз и оскорблений от экстремистов. Нравится, не нравится, смотри. Нажимаем «Заблокировать». Проблема при блокировке пользователя. На официальный запрос программа «Специальный репортаж» получает пустой ответ. Такого не может быть. Мы ждали целую неделю, но страницу Мирослава Олешко по-прежнему нельзя заблокировать. Враги-оккупанты сыпятся один за другим. Попал на миротворец, ты не жилец. Первым это понял Бузина, затем Калашников. Думайте, что происходит на территории Украины. Ну, чтобы вы поняли, этот сайт, это такая база, куда выкладывают ворованную электронную почту, сайт «Миротворец». Там прям так и написано. То есть удобно, да? Дело в том, что в этой почте были медицинские карты меня и моих детей. Были документы меня и моих детей, в том числе паспорта, свидетельство о рождении. То есть все данные, которые носят личностную, защищенную законом о персональных данных информацию. Если со мной что-то случится с моей семьей, в этом виноваты вы. 15 апреля 2015 года убит бывший народный депутат Игорь Калашников. Уйдите все! Через день у подъезда собственного дома несколькими выстрелами в упор застрелен журналист Олесь Бузина. Адреса погибших накануне выкладываются на том самом миротворце. Это чистилище, это тот ресурс, где они, по сути, уже или подготавливают, или реализовывают вместе с отморозками. Если взять того же Олеся Бузину, то мы увидели первые данные о нем, место проживания, персональные данные, потом его убийство, а потом и сообщение о том, что задача выполнена. Это было размещено на этом сайте. Точно такая же история произошла и с Игорем Калашниковым. На сайте радикалов в личных делах погибших есть и особая графа, там, где стоит статус. Ликвидирован. Мы признаем, что убийство Бузину и Калашникова – это работа нашей группы. Накануне очередной годовщины 9 мая, когда они опять подняли голову, еще до того, как мы готовы были к решительным действиям, чтобы уже брать власть, чтобы были какие-то реальные фигуры, как я говорил, там, ликвидированы, которые работают на России, были сделаны вот эта акция по Калашникову и по Бузину. Это наша работа.
После ликвидации Бузина и Калашникова следует череда странных самоубийств оппозиционных политиков. На Украине за их гибелью тоже видят тень миротворца. Напрашивается логичный вопрос. А куда смотрят правоохранители? Почему они не обращают внимания на череду очень странных совпадений? Список очень долгий. Теперь счетчик закончился у Бережной. Попал в чистилище, жди беды. Август 2017-го. В автокатастрофе на Адриатическом побережье Хорватии гибнет Ирина Бережная. Бывший депутат Верховной Рады и открытая противница властей. Буквально мы были на последнем эфире, и она говорила открыто о том, что с Бендерой Украине и Европе нет места. Хочу обратить ваше внимание на то, что Украину с Бандерой в Европе никто не ждет, и она там никогда не будет. Равно как и с Шухевичем, хочу опять-таки напомнить. Через две недели после этого эфира Ирина Бережная погибает в автокатастрофе. Накануне подробные сведения об экс-депутате были опубликованы на сайте «Миротворец». А неделю назад некий блогер выложил все адреса личные моей семьи с призывами расправиться. Это то, что сегодня происходит в моей стране. Это катастрофа, случайность или спланированное убийство? Ведется расследование. Тем временем так называемый волонтер Мирослав Олешко глумится над матерью погибшей. У нас полиция будет с вами разбираться. Вы хотите мне угрожать? В последнем посте, который он написал поздно вечером 7 числа, где он предлагает определиться своим подписчикам и тому кругу общения, который у него есть, со способом убийства, вы только вдумайтесь, убийства человека, матерью погибшей Ирины Бережной, Елены Бережной. Он предлагает варианты ее убийства. Там пишет, убить ее как Калашникова, или убить ее как Олеся Бузину, или как Женю Жилина. То есть, ну, у меня, честно скажу, у меня нет даже слов. Миротворец, который, по сути, является таким информационным ресурсом обеспечения этих акций, ну и так званые эскадроны смерти, которые, в состав которых входят националисты и выполняют данные задачи. Но в целом это акции устрашения. На попытке избавиться от наплыва злобных комментариев так называемых миротворцев Facebook не реагирует. Законы социальной сети, оказывается, работают выборочно. Ну, если вы попытаетесь сейчас его удалить, там, заблокировать, забанить, как говорят, да, то у вас ничего не получится. Нажимаем «Заблокировать». Проблема при блокировке пользователя. Это лишний раз доказывает о том, что администрация Фейсбука действительно в курсе того, что происходит, и полностью его поддерживает. То есть они ему выдали статус неприкасаемого, так называемого. По сути, это как администратор Фейсбука. Два года назад на встрече с блогерами в Киеве Марк Цукерберг заявил, что правила его сообщества одинаковы для всех. К сожалению, появилось много сообщений, которые нарушали наш запрет на использование так называемого языка ненависти. Мы заметили это. А как известно, мы блокируем контент, содержащий открытую агрессию, оскорбление по этническому признаку или призывы к насилию. После нескольких жалоб мы обнаружили сообщения с оскорблениями в отношении россиян, и мы их удалили. Я лично занимался этим вопросом. Что изменилось за эти два года? Почему теперь так избирательны модераторы Фейсбука? Неужели кто-то из них сотрудничает с миротворцем? Волонтеры все делают на свое усмотрение, не советуются ни с кем. Ну, это же неправильно. Это же, правильно. Ну, это же идет вразрез даже, не знаю, с правоохранительными каким-то органами. Правоохранительные органы с нами очень плотно сотрудничают. Именно благодаря сайту «Миротворец», за то, что выложили данные, где живут Бузина и Калашников, этих людей в течение двух дней убили, если вы помните, да? Вот и все. То есть, это сайт, там 4,5 тысячи данных об журналистах вывешены. И что? Протестует Европа, кто-то там сделал заявление из американцев, как-то так вяленько, ничего не закрыто, все данные висят в общем доступе. Экстремисты-миротворцы чувствуют себя на Фейсбуке вольно. Но как такое возможно? Ведь мировая социальная сеть завоевала популярность как удобная интернет-площадка для общения, а не для травли пользователей.
Когда вы вводите адрес facebook.com, ваш запрос попадает в открытый интернет. Он доставляет его сюда, и отсюда мы запрашиваем один из серверов Фейсбука. Ваш профиль и все данные, связанные с ним, обрабатываются и компилируются нашими дата-центрами и опять отправляются к вам через открытый интернет. Все это происходит за миллисекунды. Сегодня вот идея с социальными сетями превратилась в инструмент пропаганды. Ну, о том, что Facebook изначально потворствовал киевскому режиму и предоставлял свои возможности для его продвижения, уже давно не является секретом. Говорить сегодня об этом можно, о том, что Facebook покровительствует и поддерживает нацистов на Украине и преступников. Запрос программы «Специальный репортаж» к администрации популярной сети о ее политике по-прежнему остается без внятного ответа. А сомнений в нейтральности ее модераторов становится все больше. ВКонтакте на Украине заблокирован, Одноклассники заблокирован. Единственная сеть, которая осталась, в Facebook. Вопрос, почему? Смотрите далее в программе «Специальный репортаж». Правда ли, что Facebook сотрудничает с украинскими националистами? Радикалы и бандеровцы, нацисты. Спокойно себя чувствовали в центральном офисе Facebook. Интернет-бои выплескиваются на улице Киева. Наша программа распутывает сети безумия. Гибель в автокатастрофе Ирины Бережной, бывшего депутата Верховной Рады, взорвала интернет. Правозащитница активно протестовала против героизации Бандеры и Шухевича. Идет процесс декоммунизации. Поэтому, когда мы придем к власти, мы обязательно выкопаем и отправим их куда-нибудь в Сибирь, перезахороним. Вот якось так. И это обязательно будет. Слава нации! Ирина Бережная – одна из немногих украинских политиков, подписавших петицию против переименования проспекта генерала Ватутина. Об этом она говорила незадолго до гибели в программе Владимира Соловьева. Я хочу сказать, что мы не позволим топтаться на могилах наших предков. Еще не прошли похороны дочери, а ее мать начинает получать угрозы в Фейсбуке, что она следующая. Они просто как циники. Вытирают ноги не только об светлую память Бережной, но и ее мамы. Они сейчас ее добивают вдвойне. Вот горе материнском – это циники. Нам такая Украина не нужна. Не единожды появлялись в сетях, в интернет-пространстве фотографии, когда украинские специалисты, патриотически настроенные, а по сути радикалы и бандеровцы, нацисты, спокойно себя чувствовали в центральном офисе Фейсбука. ВКонтакте на Украине заблокирован, Одноклассники заблокирован. Единственная сеть, которая осталась, Фейсбук. Вопрос, почему? Все же очень просто. Ответ на поверхности. Потому что Фейсбук сотрудничает с нынешним киевским режимом. Вот и все. Фейсбук становится отдельным государством. Здесь свои законы и система управления. И главный бизнес-актив – это количество пользователей и информация. У нас более 100 петабайт фото и видео, и с каждым днем их все больше. Это невероятное количество информации. Невероятное количество информации псевдопатриоты добывают не только в социальной сети. Есть и другие доступные источники. Просто-напросто тупо выложили в сеть данные о моем здоровье, о здоровье моих детей, а также наши документы. В любой цивилизованной стране за это они бы просто-напросто сели в тюрьму на самом деле. Потому что Геращенко не открещивается, и Аваков, что это сайт «Миротворец» создан им. И что именно там, на этом сайте разжигают ненависть к людям, которые имеют другую отличную точку зрения от этой власти. Как вы думаете, а кто является главным координатором сайта «Миротворец»? Вот, посмотрите на эту фотографию. Бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в окружении экстремистских миротворцев. Значит, сайт «Миротворец» — это общественная инициатива, созданная группой искренних людей, которые даже не знают друг друга, переписываясь в интернете, создают сеть борьбы с сепаратизмом и терроризмом в Украине. Неслабое заявление от стража закона. Он является, условно говоря, входит в идейную такую группу идеологического информационного обеспечения, личного обеспечения деятельности Авакова. А вот часы, например, смотрите. Видео сына Авакова. За успехи в формировании карательных добровольческих батальонов для усмирения Донбасса.
проводит политику ненависти всему тому, что является таким, что не согласны. Есть инакомыслящие в Украине, которые думают по-другому просто. Вот он этих ненавидит людей и считает, что их надо преследовать не только по закону, а всеми любыми способами. Тогда понятно, почему деятельность экстремистов остается безнаказанной и не вызывает вопросов у украинских правоохранителей. По сути, их можно назвать карателями или наемными убийцами неугодных. Эти все ненацистские банды, вот, хозяева которых и создают эти сайты миротворец, да, они являются опорой режима. Вот если не будет этой опоры режима, люди прекратят бояться, они просто выйдут на улицы, снова начнутся протесты, понимаете? Сайт «Миротворец» и его верные последователи отсчитывают дни до запуска нового интернет-ресурса с кодовым названием «Сепарат». Он значительно упростит поиск врагов. Наведите камеру своего телефона на лицо незнакомца, и через несколько секунд вам подскажут, насколько он патриотичен. Что это? Как не интернет-фашизм? Это «Миротворец», вы официально работаете, да? Проверяете? Ну, конечно, мы проверяем абсолютно всех лиц по «Миротворцу» и по нашей внутренней базе. Как в Библии было написано, в начале было слово. Мы сегодня в Украине имеем ту дикую атмосферу ненависти, разжигаемую каждый день. История жизни и смерти Ирины Бережной становится показательной для сегодняшней Украины. Она не боролась за власть и не считалась лидером оппозиции. Просто будущее своей страны видела иначе. Чего хочу? Сейчас хочу, чтобы моя дочка выросла хорошим человеком. Чтобы она была счастлива. Чтобы была здоровой. Чтобы я каждый день восхищалась ей, как она мной. Хочется, чтобы наладилась жизнь в нашей стране. Как бы пафосно это ни звучало. И очень хочется, чтобы, когда мой ребенок вырос, она гордилась бы, что она украинка. Восьмилетняя дочь Ирины Бережной вместе с матерью попадает в смертельную автокатастрофу. Девочке чудом удается выжить. Я сделаю все возможное со своей стороны, чтобы когда-то, когда мы победим, а мы обязательно победим, самая красивая улица Киева носила имя Ирины Бережной. И обязательно по этой улице когда-то будет пролегать маршрут бессмертного полка. А в этом полку мы обязательно будем нести ее портрет. Потому что она сражалась ради этой победы и погибла.